Всем привет, с вами Лев, и сегодня, ребята, я поиграю в мини-режим Jump Liash, и, в принципе, это Гомежди, да, ребята, в принципе, это не время хардкора, как бы, как вы, наверное, догадывались, ну, думали, потому что обычно через один ролик выходит этот самый время хардкора. Но, ребята, сегодня будет еще одна мини-игра, и, ребята, в следующем видео, скорее всего, тоже будет не по времени хардкору, а узнаете, в принципе, как раз в следующем видео. Оно выйдет достаточно, думаю, рано, дня через два, через день, может быть, даже, поэтому, ну, как бы, ждать не особо долго. В принципе, ребята, будем начинать. Погнали! Итак, ребята, в принципе, вы, наверное, сначала спросите, что это за звук у меня какой-то такой странный. А все, ребята, достаточно просто. Просто я нахожусь сейчас в другом месте. И, может быть, из-за этого как-то звук совсем другой. Я не знаю, я сейчас просто пытался по-другому его как-то настроить. Было еще хуже намного. Но хоть как-то. В принципе, вы меня слышите как-то. Я думаю, вы меня понимаете, то, что я говорю. Это главное. Да, что я, кстати, вижу в этом лобби, это то, что отрезали половину цветка. Ну, обычно, как бы, Майнкрафт, и получился свой цветочек. Это прям прикольно так выглядит, да? Это, типа, водоросли какие-то, наверное, я не знаю. Jump Liash, в принципе, мне режим называется. И здесь, как в Lucky Rake, по-моему, называется мини-режим на другом сервере. То же самое, только надо лутать сундуки. Если что, примерно такие мини-режимы, где надо паркурить и по чекпоинтам, как бы, всякие вот эти штучки делать. Такого, короче, у меня еще не было на канале таких видео, ну, где что-то такое делал, да. Прыгал вот это всякие чекпоинты, тут прикольно все такое. Тут, кстати, еще можно на скорость сделать. Видите, тут какой-то чувак на 11% прошел, а я всего лишь на 2. Да. Ну, естественно, когда ты падаешь, проценты сбрасываются какие-то. Да боже мой! Я все не могу привыкнуть, то, что надо на лестницу, наоборот, сбираться. Я просто хочу сундук забрать. Естественно. Кто-то уже покинул мачть. Окей, ладно. Так, окей. Ну, тут вещь не особо. Но ладно, у нас тут дается поначалу такая вот фиговина. Так, главное, чтобы головой не удариться. Есть первый чекпоинт. Номер один. И я на последнем месте. Или сколько? Да, я на самом последнем месте. Я вообще молодец, да. Окей, будем догонять игроков. Поднял голову. И увидим сундук. Окей, неплохо. Короче, ребята, я попробую в этом месте поснимать пока что видео, потому что, ну, в принципе, мне здесь удобней. Мне здесь удобней. Ну, по поводу звука, я думаю, я постепенно решу проблему. Я не знаю, может быть, вам вообще все равно, какой звук, типа, ну, вот такой звук вас не особо раздражает, как в прошлом видео. Посмотрите прошлое видео и посмотрите это видео. Там звук какой-то такой, ну, не особо такой жесткий, да. Так, а я иду вперед? Да, я иду вперед. Я просто думал, что я куда-то вообще не туда иду. А я вообще туда иду. Я запутался. Окей, все, я понял, куда идти. Пока тут разговаривал, все забыл. Сегодня у нас такая будет, наверное, небольшая ламповость или типа того, потому что, ну, в принципе. А почему бы и нет? Да. Я могу. Так, а как подняться? Вы что, издеваетесь? Я должен на это запрыгнуть? Это невозможно. А, нет, тут надо прыгать. Окей, я понял. Понял я, спасибо. Энчант. Хорошо. Столик очаровательный получил. И чуть в яму не упал вот в эту. Или в эту. Так. Чекпоинт. Так как на него забраться, этого никто не знает. По крайней мере, я точно не знаю. Вы что, издеваетесь? Это надо прыгать, это надо паркурить, это надо все жестко делать. Я не умею паркурить. Что мне делать? Хотя мне в любом случае надо было спуститься, потому что там был сундук. Получается, я все правильно сделал. Я красавчик. Нихера тут. Блин, кстати, из этих штук иногда очень лагает на сервере. И тут всего лишь осталось, получается, 3 игрока, нифига. Ну, я сходу в самом последнем месте. Но, блин, тут и 3 игрока, это ладно. Это еще простительно, наверное, потому что, в принципе, тут не особо большая разница в процентах, видите, да? 2 игрока на 1% бегают. Вот там, кстати, видите, бегают 2 петушка. Да, у нас еще 5 минут есть, как я вижу. Это неплохо, это меня радует. Жалко то, что оружия нормального нету. Можно золотой меч взять. Он же удачный будет, я буду хорошо паркурить. Бляха.
Кстати, недалеко чекпоинт находится, это неплохо. Но чувачки все равно процентов на 5 больше, как бы они до чекпоинта уже дошли, а я нет. Это плохо, но уже нет, потому что я красавчик. Так, ну они если здесь встряли, значит я точно встряну. Так, тихо. Я вас понял. А чё они тут падают? Я понял. Я все понял. Потому что допрыгнуть надо. И это... Все-таки в эту дыру упасть можно. Нифига себе. Вот это открытие века просто. Так, тихо. Опа. Вы что, это совсем дебилы, что ли? Вы... Кто эту карту строил? Покажите мне это лицо, я его сломаю. Что это за фигня? Ну ладно. В любом случае... Да ты что, издеваешься, что ли? Короче, это типа паркур карты. Можно считать, как будто бы... Короче, будем думать, что я прохожу паркур карту, да? Поэтому не ждите паркур карт. Хотя я проходил месяц назад еще Call of Parkour назывался. Называлась карта. О! Да как это допрыгнуть? Мне чуть 3 минуты сейчас прыгать пытаться или что, я не понимаю. Даже чуть больше на 15 секунд. Так. Давайте подумаем логически. А тут думать, в принципе, и нечего. Давайте разгончик сделаем. Не могу. Бляха, у одного получилось. Капец. Почему это видео получится ламповым? Да потому что я как-то не знаю, как-то здесь будет попроще, наверное, видео. Не особо много монтажа. Где пруфы? Блин, видите, он уже допрыгнул, собака такая. Чё, прыгать умеешь, да? Может быть, мне баню снять? Может быть, это поможет? Давайте меч только оставим. Может быть, это поможет? Они смогли допрыгнуть, а я нет. Это грустно. Вообще не смог прыгнуть. Я... Просто буду надеяться на удачу. Чё у меня? Золотые вещи. Давайте, может быть, это поможет. Да. Ух! Да почти. Ну, наверное... А-а-а-а! Упали. Видели, да? Упали. Теперь они вместе со мной будут мучиться. Спасибо, пацаны. Они, наверное, ради меня это сделали, чтобы я не чувствовал себя так плохо. А если я сейчас запрыгну? Они тут вдвоем останутся. 2 минуты будут прыгать. Блин, ладно, так... Что-то там летает на улице у меня, наверное. Блин, собака одна запрыгнула. Такая собака просто вообще. Пожалуйста, расскажите. Так, блок. Ну, по сути, я на лесенке стою. По сути. Блях, я скоро задохнусь от этого. Нас осталось двое. Надеюсь, он не выйдет, последний чувак. Потому что да, это я победил. А это плохо. Для него, да. Ну, для меня, естественно, нет, да. Команда разрешена, это что значит? Я что, с кем-то играть буду? Мы тут один на один играем, просто дуэли, блин. Да. Так, ну все, можно смело броню назад надевать. Мне кажется, это мне не поможет. Ну, все равно прогресс какой-то уже есть. 2 минуты прыгал. Вот он, весь прогресс, да. Опа! Чего я попрыгнул? Вы видели это, да? Вы это видели? Я просто охиел. Офигеть, я допрыгнул. Это возможно, это возможно. Чувак, я... Все, я на первом месте, да. Угу. Я на первом месте, красавчик. Хотя в любом случае я бы был бы на втором, и на втором тоже неплохо. Египетская сила. Что это? Опа. Нет! Нет, зачем? За что? Накаркал. Мне плохо. Уже просто здесь прыгать, да. Блин, короче, если что, вы сейчас замечаете то, что я в последнее время пытаюсь как-то... А, сложность нормальная. Теперь понятно, почему я здесь паркурить не могу. Окей, попробуем Боже мой, что мне уже с языком не так? Я уже с ума сошел, понимаете? А, у каждого по 3 жизни, я все понял. Хорошо. Так, тихо. Может быть, тут сундуки есть. Хотя тут, наверное, его убить надо. И все, да. Окей, давай, иди сюда.
Это лаги. Да. Угу. Это лаги Майнкрафта, да. Ну, бляха. Ну ладно, в принципе. Давайте я FPS, точнее, FPS поменьше, наоборот, не надо. Так, тихо, где он? Блин, короче, я уже вообще, у меня все из головы вылетело, что я хотел сказать, потому что ну, просто жесть какая-то. Да. Короче, у меня были некоторые проблемы еще с компом, и сейчас я их вроде как решил, и это хорошо. Да тварь, ну как это работает? Ну что, у него еще 4 хп. Так, быстро. Где он? Почему мы все время в рандомных местах спавнимся? Мне надо... Мне он нужен. Я хочу его убить. У меня одна жизнь, у него 3. Ну это жесть. Я хочу хотя... Давайте хотя бы одну жизнь снять смогу. Что такая карта большая? Хотя это рассчитано, блин, я не знаю, игроков на 12, по-моему. Ха-ха, бро. Ха-ха, вообще смешно. Я тут долбился в стену постоянно. Он надо мной ржет. Ну типа где я похуил. Ну чё, собака? Да у меня FPS мало, это у меня все, это у меня. Да пошел ты нафиг, слышишь? Просто жесть какая-то произошла. Давайте, короче, закончим это видео. Я больше в это, наверное, играть никогда не буду в жизни. Просто собака. В принципе, ребята, вот такая фигня получилась, да? Оно, наверное, большое видео достаточно уже получилось, поэтому не буду вторую катку делать. В принципе, ребята, на этом мы заканчиваем видео. Он меня тут приглашает в группу. Иди нафиг, понял, да? Все, короче, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Со звуком некоторые есть проблемы. Я буду их пытаться решать. Снимать видео почаще. В принципе, ребята, все. Всем спасибо. Пока-пока. Да, все. Да, всем пока. Пока-пока.